17 січня, от вже буквально дуже скоро, в понеділок, має повернутися до країни Петро Порошенко. От як, знаєте, вчора-позавчора всі шукали, де був президент України Зеленський, а ми з минулого року шукаємо, де Петро Порошенко. Печерський районний суд прийняв ухвалу із дозволом на його затримання для приводу до суду. А ви бачили її в реєстрі? Ні, не бачили ми цієї ухвали, ну ніхто під сумнів поки що не поставив. Друзі, я теж читав много, но в реєстрі, як не искали наші юристи, ми... Ну, може не бути. Може не бути. Усіляке буває. Це з яких пор? А не всі рішення публікують. Давайте так, якщо її немає, якщо її не було, тоді навіщо все це? Ну, во-первых, опять-таки, ну, це ж все внутріполітичний маневр. Смотрите, Порошенко, ну, я обладаю достаточной информацией, да, от наших областных организаций, mm-hmm. по всей Украине дал клич всем депутатам, всех уровням. Депутат плюс 5 человек прибыть в Киев, плюс они сейчас создают, ну, уже создали достаточно большое количество ветеранских организаций. Я знаю, что из Полтавы едет 150 человек, из Харькова больше 100 человек, да, то есть готовится такая массовка и, наверное, щит охраны для Порошенко. Ну, увидеть Порошенко... Це називається політична боротьба. Кожен політик збирає своїх прихильників, в Рено, куди хоче. Коли його доставляють в суд, ну, наверное, ні один би політик не хотів. Поэтому я думаю, що він в плотному окруженні людей попытается явиться туди королем. Но если есть действительно вот то решение, о котором мы с вами говорим, о котором говорили адвокаты Порошенко, которые, в общем-то, не отрицали представители органов власти, то ему грозит либо арест, либо залог в 1 миллиард. Євгенію Володимировичу, а коли б хотіли затримати, могли б затримати Петра Олексійовича тоді, як він летів? Ви бачили світлини в аеропорті, як він стоїть в черзі на реєстрацію? Цього не було зроблено. Тепер, раз справді є це рішення, хоч воно відсутнє в реєстрі, тільки він перетинає кордон і повертається на Україну, все, правоохоронці тут як тут. Не знаю, кайданки, не кайданки, тут я не спеціаліст, в яких випадках це робиться, можливо, коли і спротив, але взяли і повели. І він з вікна автомобіля дивиться на своїх прихильників. Хіба не так? Дорогі друзі, государство, к сожалению, да, после многочисленных реформ, благодаря нашим грантовым организациям и влияниям Запада, потеряло свою монополию на насилие. То есть вы же помните, как многие решения у нас уличные активисты продавливали и в органах судебной власти, и в силовых ведомствах, да, буквально блокируя их работу. Поэтому я абсолютно уверен, что мы будем с вами наблюдать Порошенко на броневике, в окружении людей, стремящихся в суд, установить справедливость, люди его защищающие, ну, в общем, шарики в небо, дети... цветы, красные дорожки, и как обычно. Мы будем наблюдать часть политического шоу. Я не верю вообще в перспективу этого уголовного дела. Я думаю, что гораздо легче было его посадить за десятки преступлений, которые совершил этот мародер. Но выбрано специально дело, да, но с политическим подтекстом. Торговля углем его и Медведчука для того, чтобы поставить между ними равенство и, по сути, захватить его электоральное поле. Я не испытываю ни малейшей симпатии к Порошенко. Абсолютно уверен, что он должен был сесть еще первой весной, как обещали, но совершенно за другие вещи. Евгений Володимирович, здесь... погодьтеся, працює це не так. Якщо влада сказала, що він злочинець і не посадила, то рівно на другий же день це починає грати проти влади. Нас... І де ж гра на його електоральному полі, якщо він вийде в королях? Смотрите, опять-таки, игра, на, если он выйдет, но будет доказано, что они зарабатывали с Медведчуком на торговле угле, именно зарабатывали. Угу. Если это не просто поставки были, а что, угу. ну, они получили на этом прибыль, то получится, что они зарабатывали на войне. И тогда получится, что они партнеры. И тогда и один, и второй, ну, получат огромные репутационные и политические риски. Нет, если это доведут, то это означает обвинувальный вырок, и это уже судимость. Смотрите, торговля это ж не преступление, правда? Его обвиняют в финансировании терроризма. Для этого на момент 2014-2015 года, когда они торговали, да, с непризнанными республиками, эти организации должны были судом признаны террористическими. Насколько я знаю, такого решения суда нет, а значит, само по себе обвинение, оно несостоятельно. И вы, как человек с юридическим образованием, это прекрасно понимаете. А если это обвинение несостоятельно и, скорее всего, не устоит ни в одном суде, то, вы скорее всего, вырок.
борьба идет за политико-правовые последствия, да, или политико-электоральные последствия. То есть идет борьба, смотрите, сейчас же Порошенко от Зеленского вообще ничем не отличается. Риторика та же, векторы развития страны те же, лозунги те же, и, по-моему, даже те же спичрайтеры. И Зеленский теряет рейтинг, Порошенко его немножко наращивает, но электоральная группа одна и та же. Поэтому я думаю, что политтехнологи Зеленскому советуют избавиться от такого конкурента. Посадить его, я не знаю, под домашний арест и показывать их одномоментно, Медведчука и Порошенко. То есть задача утилитарная, смотрите, нам с вами от нее, ну, ни хорошо, ни плохо, абсолютно, да, не решает вопросов Украины, не решает вопросов политического кризиса, который назрел, а политический кризис в первую очередь вызван кризисом идей, да, и того видения, которое нам предлагают. То есть вот это бесконечное стремление туда, куда не ждут, да, не все действия направленные на продолжение конфликта на нашей территории, вот это разрушительно. И, к сожалению, да, сейчас ни власть, ни кто в окружении власти эту задачу решить не в состоянии, поскольку я так понимаю, что они уже лишены и права решения этих вопросов. Поэтому, ну, есть такая фраза СДД. Знаете, я на это смотрю исключительно так. Я думаю, что судим будут все, в том числе и Зеленский, и за его СНБО, и за те решения, которые он принимал в течение этого времени.